однозначного ответа на вопрос, в какой вуз лучше поступить, не существует. А вуз мы выбираем с учетом интересов, склонностей и способностей абитуриента. Но также мы учитываем тенденции на рынке труда, чтобы к моменту окончания вуза не получилось так, что, например, у нас очень много специалистов какого-то одного направления, а в каком-то другом направлении их просто не хватает. Но за этим следят не только абитуриенты, их родители, но и администрации вузов, которые как-то учитывают этот фактор. А при выборе вуза важно учитывать не только желания родителей и не столько, сколько желаний и способностей ребенка и его интересы. И тогда вуз, который вы выберете для своего ребенка, и вуз, который вы выберете вместе с ним, будет самым лучшим для него.